Нет, ну так-то неплохо. Смотрите, по идее, подземный переход – это что? Инженерное сооружение. Вполне себе, когда нужно построить что-то надолго, то люди волей-неволей перестают мухлевать, обманывать, халтурить. И волей-неволей прибегают к каким-то основательным материалам. Не к пенопласту, пластику. Или как это называется там? Блин, я забыл. Ой, ну ладно, неважно. ПВХ. О! А к нормальному материалу мы, как говорится, строят. И от этого исходит в итоге какая-то хорошая энергетика. Чуждая ли штука для меня мир? Совершенно нет. И вот я всю свою юность изучал философию, но на самом деле поднатореть в философии — это значит понять, что взаимоисключающие и взаимоотменяющие друг друга понятия, они существуют в одном флаконе абсолютно успешно. И то бишь мое отношение к миру, да, какое? С одной стороны, я определенно не хочу иметь с ним ничего общего. С другой стороны, меня очень тянет общаться. Я очень гуманистически настроен. Я совсем не являюсь мизантропом никаким образом. Этого нет. Я даже до красного словца это не говорю. Поэтому вот как? В конце концов, что я ищу, как бы? Спросила меня женщина. Что я, в конце концов, ищу? Война полов, друзья мои. Давным-давно. Не война миров, а война полов. Заходим в нашу черную мезу. Кстати, хочу вас обрадовать, что Half-Life все еще далек от прохождения, несмотря на то, что я, по-моему, прошел большую часть. Но дело в том, что там еще, по-моему, 5 глав. По-моему, еще 5 глав. Я-то уже сколько раз заявлял, что я его уже прошел. Ля-ля-ля. Там еще 5 глав. Значит, кофе сегодня пить не буду, потому что мне завтра надо рано встать. Сегодня мне надо рано лечь. Посвящу свое время Дон Кихоту. И все, заходим.